Баба Вера опять с вами. Ну, как всегда. Чего мы делаем? А мы смотрим реакцию на песню. И что у нас сегодня? А у нас сегодня на зима. Отпускаю. Ну, не знаю. Она так один раз вообще исключительно мне нравится, другой раз так средненько. Ну, как-то вот, знаете, песни есть, зацепают, а есть не зацепают. Ну, короче, давайте посмотрим, что сегодня у нас ее. Клип «Отпускаю». Ну что, и я отпускаю. Поехали. Природа какая. Почему же мне так больно? Мама, я и так сама знаю. Рождена быть птицей вольной, только почему не летаю? Почему все так получилось? Знаю, что совсем не святая, белым снегом на ресницах, на рассвете просто таю. Это боль сводит. Так понравилось, бог ты мой, молодец, так держать. О, Казахстан, это же что-то, я не вижу просмотров много. О, а подержать свою землячку, мне понравилось, мне под прям аж отличная работа, так на высоком уровне. Ой, очень, и слова, и музыка, и все прям зашкаливает. Мне очень понравилось, молодец, очень профессионально, качественно все выполнено. Ну, я прям... Да и слова песни тоже так затрагивают за самую душу. Очень тяжело, когда тебя предают, и это все. Вот она выложила эту душу девушки в таком состоянии. Мне очень понравилось. Вы видите, я в восторге. Очень тронул и клип, и слова, и музыка. Все меня зацепило. Я прям... Аж мурашки по коже. Молодец! Огромнейшая работа, качественная. Ну, очень понравилось.
Пока-пока. До новых встреч. Okay.